Так, бересклетовая горностаевая моль. Вот передо мной на столе лежит гнездо, срезанное, паутинное, внутри которого, я его раскрыл, это гнездо, внутри которого находятся гусеницы бересклетовой горностаевой моли. Значит, гусеницы сплетают кокон из листьев, стягивая их паутинками. И, питаясь листьями, значит, доходит до стадии куколки, окуколиваются в этом гнезде. И через месяц, немножко меньше, вылетают бабочки. Значит, когда нужно производить обработку средствами защиты? Вот в данный момент, когда гусеница проходит питание, обрабатывать надо системными ядами, а также в период вылета бабочки, когда бабочка вылетела и откладывает яйца. Вот какие-то они очень ленивые. Наверное, уже готовы к окуколиванию. Поползли, поползли. Данная бересклетовая моль обнаружена в Александровском саду. Вот. И уже прошла обработку. Сегодня ночью. Вот мне специально принесли образец. Мы вот это гнездо вместе с гусеницами положим в баночку. И попробуем вывести бабочек, чтобы их потом сфотографировать, сделать ролик и поместить тоже на сайт, чтобы все посмотрели, как это выглядит.